Да ё. Ну я 1800 поставил битрейт. Трика у меня сегодня не тянет. Я не знаю, что там не так. Что-то сломалось где-то. Возможно, Twitch. Возможно, интернет мой. Не знаю. Но с учетом того, что я захожу на какие-то сайты и все нормально работает. Все быстро грузится. То я хз. Ну, попробуем так, я не знаю. Мне главное, чтобы вам было смотрибельно. Да ядрить. Да ну куда тебе, блядь, несет, сука мелкая? Куда ты летишь? Я сейчас представляю, что мне еще нужно будет те уровни проходить, которые я уже прошел. Да, они не из легких были. Да ну мать твою. Да ну куда ты падаешь-то, еб... Суча! Хуянтра! Бибиси меня! Че ты орешь? Мантра тут не поможет. С звеношками, да, самый сложный был. Я не жесток, а ты не будь надоедливым. Да. Че пристал ко мне? Не видишь, я испытываю трудности. Надо мантру включить. Мантра помогает. Кому-то. Но не мне, не сейчас. Привет, улю-лю-лю-лю-лю. От прошлый раз была первая часть игры. Уля-ля-вай-вай. Уля-ля-вай-вай. Привет, Артём. Спасибо за два бица. А, да, в прошлый раз была первая часть. Ну как? Когда-то давно. Уже пару месяцев, наверное, как. А это вторая. Ну, здесь конты бесконечные. И, соответственно, нет уровней сложности. Да ну мать! Я же уже почти там был, алё. И это седьмой мир? Вроде бы. Да ну куда ты? Ready?
Плюс сегодня что-то плохо все работает. В первой части были конты, да. 4, по-моему, или 3. На каждую сложность. Да ну, Лёшка! Алексей! Ты куда? Ну ты это еще не начинай. У меня обычный мой битрейт просто сыпется в половину, с которым я стримлю. Я просто включаю, у меня половина кадров просто в никуда уходит. Мне пришлось менять сервер, перезагружать компьютер, менять битрейт. На все это прошло уже, блин, минут 30-40, у меня опять дропы начались. Мне пришлось заново половину главы проходить. Я только начал. Да ну я теть твою в душу. Играли в Odd World? Сука. Ну тут, блин, не сойдешь. Сучка. Я знал, что эта команда пригодится, но не думал, что вы будете ее против меня использовать. Как низко вы пали. Как низко вы пали. Даем! Даем! Гипнотический звук. Так в Oddworld это и есть звук гипноза. Смотри, как надо. Смотри с первого раза. Изич вообще уровень. Смотри. Новая команда? Какая новая команда? Хайтауэром. Я моя. Что он делает? Я моя. Уи! Сако было сейчас, кстати говоря. И что-то пошло не так. Уи! Да в смысле? Ты чё? Меня лента остановила, ядрить. Я на распродажу пришел, а меня лента остановила. Говорит, карточка нужна фирменная. Наша. Что? Что-то, по-моему, это из личного опыта было сейчас. Бывали в ленте. Хуйня. Или это только у меня в городе?
лента замечательная. У них чуть ли не на все товары скидка, но скидка это действует только когда у тебя есть карточка, которую нужно купить, там что-то за рублей за 100. Да ну чтоб тебя. И просто это, знаешь, настолько порой по-аутистски сделано, у них... У них ценник их фирменный для тех, кто с карточкой, стоит выше. То есть он тебе в глаза бросается, потому что он большим, большими цифрами нарисован. И ты такой берешь товар, приносишь его на кассу, а тебе говорят другую цену. И ты такой, а что за хуйня-то вообще? Такая, а у вас карта есть? Это типа с картой, смотрите внимательнее, знаешь, там мелким написана оригинальная цена. Я нормально, че. Хорошо работает. Ну, такой себе маркетинг, и на самом деле. Я боюсь незнакомых людей в ленте. Мне кажется, они все мажоры. Да ну ёп! Здесь же уровень изи. Просить карту у кого-нибудь в толпе в очереди. Это гениально, по-моему. Я почему-то так никогда не делал. Боссман, ты настолько человек суровый, да, хочешь сказать? Перед тем, как пойти в Магнит, захожу на сайт Магнита, чтобы посмотреть, сколько стоит хлеб. Всегда так делаю. А что-то в этот раз не сработало. Не, ну кнопку надо нажать, чтобы... Я начинаю понимать, в чем смысл уровня. Нажать кнопку. И не зацепить. Еще и вот так вот. То есть оно само падает после того, как ты кнопку нажал. А что-то я, слышь, когда не задумывался о том, что здесь происходит, у меня как-то лучше получалось, не? Не туда! Ты стала понимать сообщение Боссмана? С тобой что-то не так. Блять, нет. Так, вот этот уровень сложный. Смысл в том, что здесь туда-сюда бегает вот эта хуйня. Ну, кто не видел, я на всякий случай. И... Самое сложное будет сейчас вот здесь. Потому что ехать нужно прямо по центру. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Не надо, тихо. Это лечится? Нет. Это не лечится, к сожалению.
Боссман, эта фраза была сказана к тому, что как бы я не пользуюсь интернет-магазинами для покупки еды. Зачем мне это нужно? У меня магазин в двух шагах тут. Походу, это заразно, Настя. Я начал понимать, походу, о чем он говорит. Здесь надо было сразу переходить. Этот уровень я так и не прошел, да? Ничего, сейчас пройдем. Что? Дай пройду-то ядрить! Тихо, тихо. Спокойно. Не гони меня! Все, изи прошел. Все, Санек. Развод. Откуда ты? Не поздоровался, все, до свидания. Ты кто вообще? Я тебя не знаю. Иди старался в посте в Дискорде. Воу! Чего? Чего? Это чё за ад? Ничего не понял. Как это работает? Это верблюд, в суде расскажешь. Ядрить. Это сейчас будет, походу, какое-то... Да, а чё, как я должен это сделать-то? Он соскальзывает. Я не понимаю. Интересно, у вас там, видать, Дискорд. Угу, очень. Увлекательный. Один постит, хер пойми чё. Второй постит, хер пойми чё. Третий постит, хер пойми чё. Остальные трое пеки шлют. Good. Good, Discord. О, боже. Короче, я так понял, просто нужно подгадать момент. Да? Да ну а как? Чего? А поверху не получится. Тупо не получится. Слишком поздно. Блин, а сколько у этого уровня этих-то звезд-то было? Я что-то нажал кнопку. Даже бы интересоваться не поинтересовался. Да как это работает-то, едить твою? Зайду можно, нужно.
Я ничего не понимаю. Что будет, если я подгадаю? И сделаю вот так. Ха. Интересно, слушай. То есть они мне что, предлагают поверху, что ли, проехать? Да ну... Как это пройти? Я не понимаю. Да даже если я войду сюда, я... чего? Оно один хрен рано или поздно перевернется. Или ты... Сколько? 60 секунд здесь дается. Ну это что это? Только если в Discord вступаете, сразу пишите, кто вы. Потому что я не люблю, когда так не делают. Бля. Я, кажется, уловил, как это сделать. Ну я на всякий. Спасибо, Фианор, за хост. Я не знаю, где алерты. Не приехали, видимо, сегодня. Ну ты напиши в чат, наверное. А хотя там пишут. Бляха, тут надо какой-то ритм поймать. Босс он со страусами встречает. Ну я тебе говорю, интересный дискорд, ага. Блин, а сколько дорога длинная? Я второй пролет проехать не могу, ядрить. Что это за жесть? Да ну тащи! Даже, блин, в Marble Madness есть ускорение кнопка. Здесь нету. Здесь нихера нет. Санек, у тебя все хорошо? Ты что же до женщин домогаешься мне тут? Да ну ёп! Тут как-то, блин, по центру надо ехать. Хер знает. Да, девочка. Ты еще и рамошка решил сюда приплести.
Рабочик, тебе там не обижать, Санёк? А то мы же его отругаем ремнём, блядь. Хотя он только этого и ждет. Еще капред проклятущий. Нет, тебе повезло. Ну ладно. Как сделать оптимальную скорость? Заромошка двор. Да, да, бля. Рабочий в курсе, что у нее есть муж? Подсказывает, что что-то мне подсказывает, что она не в курсе. Пиццанёк выдумывает. Да ну ядрить. Почему все об этом не знают? Потому что Санёк это выдумал. Вы не думали об этом? Ты угораешь! Я все это время ехал поверху только для того, чтобы узнать, что нужно было внутри ехать. Иди в жопу, игра! Какого хера? Пистон! И нахера тогда вверх эта дорога, чтобы бананы собрать? Иди ты в жопу! А здесь как нужно ехать? Да бля, это нереально, ёпта! Это нереально. Да ну куда ты еб-то? Хорошо, ладно, это реально. Вопрос в скорости. Да ну какого черта? Они ее криво сделали, что ли? Я еду с одной и той же скоростью, алло. Че меня выкидывает-то?
Да ну почему меня выкидывает-то, алло? Спокойно. Не надо, не надо, не надо! Да ну пиздец, ну что, что? Почему в одном и том же месте начинается просто скат какой-то, блядь, что? Какого хера-то? Ядрить! Ядрить! Ядрить просто! Что? Да она там кривая какая-то, я хер знает. Как будто там какой-то угол, он, я хер знает. Не знаю, я делаю все одно и то же, и ничего не получается. Блять, Metal Search. Сложность 9. Нихера, это что еще такое-то? Что здесь нужно делать и где выход? Иерархия называется. Здорово. Еще бы это все не тряслось, было бы вообще прекрасно. Ой, что ж так трясешься-то? Перестань, не трясись. Я, конечно, удивлен, что здесь такая сложность. Ну, в плане, они пишут, что вроде как сложность... Сколько было? 8? А уровень такой язычный. То есть, по сути, тебе 4 прыжка нужно сделать, все. Это не очень сложно, с управлением только побороться чуть-чуть. Как обычно, впрочем. И все. На последний уровень упасть. И все. А что там, нормально? Юристы не нужны, не? Бракоразводного процесса. А кто с кем разводится, подожди. А, Санька разводит. Ну я надеюсь, вы там забрали все у него. Я очень на это надеюсь. Ибо он был отвратительным мужем, надо забрать у него все. Да это я сейчас зайду, заберу, удалю.
короче, тормоз. Оп, чуть-чуть. Ядрить. Перебор. Тыри-ри-ри-ри. Хотя, блин, знаешь, с другой стороны, вот такие уровни, которые выглядят легко, они что-то наоборот, как-то нихера не проходятся. Обычно. Пока, Санёк. Мы не будем скучать. Но будет, если время, пришли мне свои обнаженные фотографии. Я буду... переживать за тебя. Где ты там будешь, с кем? Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Сика, последний прыжок вот этот вот. Он такой какой-то не очень. Подожди, какого черта у меня джойстик вибрирует? Я же отключал вибрацию. Черт. На углы надо как-то падать. До этого я ее не замечал, потому что я ни обо что не ударялся. Я же говорю, здесь вибрация работает по какому-то непонятному принципу. Интересный способ ты нашел. Спуститься вниз. Я просто на карту посмотрел, как будто лестница вот сейчас. Но это нифига не лестница. Мне еще Дискорд включить? Походу стоит. Это надо увидеть. Это надо увидеть, это надо забанить. Да-да-да, ща-ща-ща. Что ты делаешь вот? Зачем ты это постишь? Видишь, человек теперь спать не сможет. Но вдруг опять джин приснится. Чика, ты козёл. Я себе зачем-то напомнил это лицо.
боже. Ей! Страдай вместе со мной теперь. С удовольствием. Мои глаза. Вот. Еба. Вот это будет интересно. Сложность 10. Ох, ядрить. Что это? Оно крутится? Оно статичное? Что, как это работает? Что с этим делать? Нужно внутрь как-то влететь, что ли? Я понял. Нихера себе. Ну, выглядит легко, да. Само собой. Первое. Нужна скорость. Скорость. Точность. Координация. Слишком задержался. И понять, где выход. Выход после третьего колеса, правильно? Я понимаю. Сильно! Десять из десяти просто! Десять из десяти! Ядрить! Дэм! 10 из 10 это было. А это 5 из 10. И это будет сложнее в разы. Я тебе вот 100% говорю. Ромошка сказал, что легко, значит легко. Ну, как бы так оно обычно и бывает. Это просто надо проехать? Так это легко. Да не-не-не-не. Ладно, все. Давайте схватим доктора Бэт Буна. Или его одежду. Это было освежающе. А теперь нужно сменить свою одежду и начать выглядеть... Чего? Начать искать свою мими. Я такой чистый. Белая биби. Я найду тебя. Хорошо? Давайте будем щекотать его. Не могу, не могу остановиться! А как вы сквозь шарики? А как они сквозь шарики щекотят его? Я не понимаю, как это работает. Если хочешь остановиться, преврати нас назад в больших. Хорошо! Хорошо, сейчас остановите! Остановите! Я переворачу вас назад нормально, и вы будете этим лазерным лучом! Да! Мы вернулись. Доктор Бэт Бун! Тебе не сройдет это с рук в этот раз. Отдавай бананы! Я не могу соответствовать, ответить вашим требованиям. Иди и забери их сам. А я побежал. Он убегает! Нужно идти за ним. Ох.
В этот раз получится. Нет выбора, я должен использовать роботов. Роботов-воров. Чтобы они не смогли пройти. Ай, роботы! Ик-ик-ик-ик. Ик-ик-ик-ик. Бракованный, походу, был. Смотрит в душу. Все эти роботы похожи на меня. Но это не важно. Я должен уничтожить их. Ки! У-ки-ки! У-ки-ки! У-ки-у-ки-у-ки! У-ки-у! Ки-у-ки-ки! Ки-ки! Все, начинаю запоминать песню. Буду в караоке ходить теперь и напевать ее. Отличная песня. О боже. Сложность 8. Ну, выглядит легко. В очередной раз. Так, подожди. Может, мне проще... Воу! Даем! Ты что-нибудь понял? Я нет. Опять сложность 8. Теперь все будет по 8 сложность. Это что еще за ракушка ядрить? Так, это надо опять кнопку нажать. Что оно делает? Ага. Ну я понял. На ускоренном вряд ли получится это пройти. Хотя можно попробовать. Не, давай сначала так. Да етить твою мать, ты чё побольше не могли сделать её? Да лол. Она еще такая, знаешь, цвет такой. Цвет такой отвратный. А насколько быстро она крутится, если нажать? Да ну лол. Эти вот крутящиеся херовины, так они меня вымораживают. Куда? Сильно. Не получится все нажать. Только одно что-то. Потому что они меняются. Знаешь? Это достаточно. Нельзя сбавлять ход. Это они еще специально, знаешь, что делают вот большими их. Вот такую длинную сделали, вот серьезно. Они думают, что это так легко, что ли, блядь, или что?
Ну, конечно, блядь. Айкос купил. Не знаю, что это. Ты не здоровался. А если и здоровался, то я не видел. У меня полтора часа проблемы с интернетом. Да ну куда ты несешься-то? От того, что вы мне пишете название игры по-английски, это мне ничего не дает. Электронная сигарета. Ну ладно. Я не в курсе. Да ну лол! Я ничем не интересуюсь, поэтому я ничего не знаю. Как тебе такая ситуация? Да ну бля! Может на медленной скорости попробовать? Да пробуем на медленной, а то она... Да ёпта мать. На медленный все вообще ужасно. Это надо очень аккуратно. И очень медленно. Ты что, издеваешься? Да ну лол. Зато доту играю. Угу. Новые вербальные. Мне нравится логика. Не, слушай, на этой скорости мне вообще не нравится. А что будет, если назад ее запустить? Падай быстрее, ну! А это вообще играбельно в другую сторону? Вот эта разминка для мозгов. Убеждай себя в этом. Убеждай. Да ну ёб твою! В каком месте? В каком месте нужно встать? В прошлый раз, когда мы ездили, я ехал в каком-то месте в определенном, и все было нормально. Здесь должно быть то же самое. Принцип ведь тот же самый.
вот и это место. Фух. По мне, если нужно развинку мозгов сделать, так можно пазлы поиграть. Я на тебя наезжаю, то ты на меня что-то наезжать начал. Если не понимаешь, не мои траблы. Ясно, понятно. Можно и по-человечески со мной общаться. Черт. Слушай. Это интересная теория. Ну-ка, подожди. Я что-то об этом сразу не подумал. Ну-ка, подожди. Давай. Ах, чуть-чуть не доехал. А чё? Оно же должно было меня поднять просто вверх, нет? Разве это не так работает? Да почему нет-то? Или ты мне намекаешь на то, что сейчас нужно просто с одной платформы на другую въебнуть? Да при чем здесь толчок-то, блять, это инерция? Про инерцию слышал что-нибудь? Если ведро раскрутить с водой, блять, из него вода вливаться не будет. Ты ж в курсе, да? Mortal Kombat смотрел? Ну. Если толчок настолько сильный, то я хуй знаю. Это не та физика, ну. Тем хуже для Саб-Зира. Окей. Единственная проблема пока это вот это вот. Ебать! Вот это было хорошо. Тут вообще странная физика, так что о чем мы тут? Так, сложность 9. Опять уровень едрить. Только не это, только не движущиеся платформы, пожалуйста. Может, не надо? Я пошутил. Что происходит-то? Где я? Почему нельзя было сделать камеру, блядь, человеческую в этой игре? Я не понимаю порой, где я, куда я лечу, куда я падаю. Я хочу видеть, куда я вообще перемещаюсь. Алло. Мне вот эта карта, которая, блядь, там справа нарисована, нихера не дает, она не работает абсолютно. Ты только начинаешь двигаться, и она начинает вместе с тобой двигаться. Ну что это за смысл? Какой смысл такой карте, блядь?
Так, и чего, и где? Да что происходит-то? Да ёпт! А финиш хер пойми где? Ну это, короче, это реально 10 из 10 сложность, только потому что камера. Чё будет, если я сделал вот так? Давай, фортуна! Лотерея! Фортуна! Да, блять, куда ты? Жизнь и в кино. Херачу ускорение. Нихера не понимаю, как это работает. Ты ебать, куда что? А ты тут вообще реально как-то добраться-то? Я что-то вообще не понимаю, как это работает. То есть по логике вещей мне нужно ждать, когда разворачиваться все начнет. Да я не понимаю, как это работает. Спокойной ночи, Настя. Да ну это бред. Бред хотя бы только потому, что... Я не вижу, как эта хуйня работает. Оно будет вообще раскрываться назад? Да иди ж твою! Чё за бред? Хоть сделали бы по-человечески это, ну. Как я тут что-то должен увидеть? Тут все трясется, все крутится. Ну и все понеслось. Как я должен это сделать? Я не понимаю. Если только вот, блин, на полном, короче, похуй, вот так вот. Бабах! Такой спидран, знаешь, короче, сейчас будет. Смотри. Я не понимаю, значит, игра пошла нахер. А как в прошлый раз? Ага. Тут должно быть идеально как-то, что ли? Бля, как я... Чуть-чуть попозже. Так, тормоза, тормоза. Оп, полетели. Да ёпт. Да у меня так больше шансов пройти это, чем ждать. Каждый раз. Быстро. Да. Я не понимаю, что нужно делать. Как они хотят, чтобы я это сделал? Я не хотел. Да, блядь, ну, сука, кнопки, блядь. Да, конечно. Да, конечно, ёпта. Угу. Вот еще попробуй теперь кнопку нажми. Я ебу, бля, эту игру с ее физикой.
где кнопки не нажимают. Почему нельзя было нормальную кнопку сделать? Как? Я не понимаю. Оно начинает ускоряться, персонаж начинает двигаться. Какого хера? Что я должен делать с этим? Это оно, он стоял бы нормально, не двигался бы. Ну он же, блядь, ведет себя как дебил, блядь. Он начинает задом идти, потому что платформа едет быстро. Чё это за тупость? Зачем такие уровни-то делать? Вообще, зачем надо было эту игру делать? С таким охерительным набором механик. Сделайте нормальную игру, в которой будет приятно играть. А не чтоб я матерился каждые 2 секунды, потому что камера меня не слушает. Так, смотри. Поехали. Теперь сюда. Теперь сюда. Теперь... Блять, стой, останови... Как это работает? Почему... Посреди, блядь, этого цикла эта херня начинает раскручиваться в 3 раза быстрее, я не понимаю. Зачем? Так вот. Давай, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Тихо, тихо, тихо. 6. Да ну где я? Да ну вот какого хера-то? Как я должен увидеть, куда мне вообще двигаться, если ты жопой поворачиваешься, а камера не крутится? Чё за бред, блядь? Я ебу, блядь, эту игру. Это незаконно так делать. Что я должен понимать из этого всего? Я должен понимать следующее. До того, как эта хуйня начнет крутиться очень быстро, я должен спуститься как можно ниже. Но я не могу этого всего сделать, потому что оно начинает быстро крутиться. И... А чем быстрее оно крутится, тем быстрее ты сваливаешься, само собой. Поэтому, блядь, что у меня остается? Единственный рациональный способ, блядь, давай прыгать, ёпта, как дебилы. Ну а что я должен делать еще? Я не понимаю, как это работает. Давай подождем, посмотрим. Просто на такой скорости это нереально. Ну, расходится она, окей. И дальше она внезапно набирает скорость. Или не набирает. Секунду. Вот оно чего. Окей. Ну теперь это какой-то смысл имеет. Просто до этого это был бред полный. Ну я надеюсь, она ускоряться не будет. Прям до безумия до какого-то.
Ну смотри, ждем. Блять, там что, там что, еще один финиш, что ли, где-то вдалеке был, или мне показалось? А ну хуя так далеко бананы-то ставить, алло? Зачем? Это вот для хуя вообще, что это? У нас стрим идет. Там, смотри, финиш второй есть. Но это надо очень быстро лететь. Ну, ну. Давай. Поехали. Блять, тут хорватит! Хорватит, блять. Чё ты меня хорватит сегодня? По полной. Какого хера она резко так останавливается-то, алло? Меня хорватит от этой игры. Короче, это второй вариант. То есть мы можем попробовать доехать до туда. Но есть еще другой вариант. Все-таки упасть в ту штуку. Но проблема в том... насколько это будет сложно. С третьей где-то можно упасть. Ну, ясно, окей. Единственная проблема, что это на скорости. Окей, ладно, все, не все так плохо, как я думал. Я просто думал, что они вообще упоролись. И решили, чтобы я вот так вот это все сделал. Ну, так-то еще, ладно, куда ни шло. То есть это просто в тайминг, ну... блин. Я на время не посмотрел. Надо было на время посмотреть. По таймеру, чтобы упасть. Все, короче, Санька обидели. Настя ушла. Достаточно обиделся, все. Смотрим стрим в тишине. Чё все? Да. Развалили канал. Двадцать один было. Тебе тоже обидится? По желанию по твоему. Но я бы не хотел портить твое изысканное настроение сегодня. Ты что-то на редкость улыбчивая сегодня, мне это нравится. Где улыбчивый? Не знаю, ты что-то сегодня улыбался раз 3-4. Для меня это шок вообще, шок-контент. 3 дней ада. Что это такое?
Да ну ёп! Она игра хитро делает, она ускоряется именно в этот момент, когда ты падать должен. Да ну, чуть-чуть потерпи ты, ядрить. Я не могу просто одновременно смотреть на дорогу, блин, и... И смотреть на таймер. У меня как-то это... Не заточен так глаз. Не могу рассчитать. На третью спуститься. Попроще будет. Не, просто вот до туда доехать я вряд ли успею. Тем более, что оно там резко останавливается. Ох, ядрить! Ох, ядрить красиво было. Так, 8. Это что такое? Это что такое? Что будет, если я на полной скорости влечу? Угу. Раз, два, три. Угу. Не вариант. Ну хорошо. Давай по-цивильному. Будем просто, блять, в смысле, как она... Она крутится, что ли, вверх и вниз? Чего, блять? Да, бля, она реально вверх и вниз крутится, ну это уж совсем пиздец. Ладно, влево-вправо. Ну и так можно было? Так, как ты я сделал сейчас? Бум, 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 бум. Красиво. Ну. Ладно, это только потому, что я уголочек нашел. О! Крутится? Или не крутится? Не понял сейчас. Так, стоп, а кнопки... Кнопки... Да вы чё, издеваетесь? Да вы чё, издеваетесь? Ядрить. Да ядрить, нихера себе! И это нормальная скорость, да? То есть, а какая будет вообще удвоенная, мне интересно? Да никакая. То есть я должен на какой-то термоядрической скорости
Я не буду так делать. Не просите. Вот назад поедет, тогда и я поеду. Вот сейчас. Бля, это будет пиздец. Да ну куда ты? Это будет отвратительно. Это будет надолго. Даже мало того, что оно крутится, так оно еще и ездит вперед-назад. Да ну в смысле? То есть это я всегда должен двигаться? Чё ты делаешь? Зачем ты вот эти разгоны пытаешься? О, боже. Это нереально. Это нереально. С учетом того, что оно еще крутится в разные стороны, это вообще пипец. Да ну, блин, как я это должен сделать? Это мне должно сейчас просто несказанно повести, чтобы я смог это сделать. О, мать! Как я это сделал? Как? Как я это сделал вообще? Что? О, боже. Какого хера вообще? Она крутилась сначала в одну сторону, потом в другую, еще на скорости на такой. Как я это вообще смог провернуть? О боже. Сложность 10 из 10. Разочек попробуем, сделаем перерыв. О боже! Это оно, да? О нет. Это, блять, в первой части был такой уровень. Там вся проблема была в том, что... Да, вот. Вот в этом и была проблема. Че не понял, что произошло? Думаешь, я понял, я какие-то кнопки нажимал? Один разочек, ага.